грузинских спецназовцев. В результате авианалетов, ракетно-бомбовых ударов были уничтожены несколько самолетов ВВС Грузии. Об этом это подтвердили грузинские официальные лица и сообщили также о жертвах. В частности, по одним данным погибли четверо, по другим пятеро человек из числа обслуживающего персонала. Михаил Саакашвили объявил о том, что он подписал указ о мобилизации, но речь идет не о тотальной мобилизации, а о призыве резервистов. Это категория молодых людей, которые каждые 2 года проходят обязательные военные сборы. И сегодня стало известно, что грузинские военные отзывают часть своего воинского контингента из Ирака. И новость последнего часа. Опальный политик Иракли Акруашвили через своих сторонников в Тбилиси объявил, что намерен, готов вернуться в Тбилиси и участвовать в качестве рядового бойца в операции по наведению конституционного порядка на территории Южной Осетии. Напомню, что он уроженец Химвали. Пожалуйста.